Всем привет, друзья! С вами, как всегда, MixGay. Мы с вами находимся на аккаунте моего подписчика Кракена, который любезно мне предоставил свой аккаунт для того, чтобы я мог снимать обзоры на разных десептиконов. Большое ему за это человеческое спасибо. Сегодня у нас с вами очередной обзор, и мы с вами рассмотрим... Давайте по порядку. Ну что, друзья, давайте сегодня рассмотрим с вами очередного десептикона, и это у нас будет Razer Claw. Давайте посмотрим, как он выглядит, во что перевоплощается. Ну, это такой он тоже танк крутой, со своей спецспособностью, которую мы сейчас рассмотрим. И вот так он перевоплощается в бота. Круто выглядит, прикольная раскраска. И также у него есть меч. То есть, я как понимаю, у него оружие и дальнего, и ближнего боя. Прикольно. Хорошо, смотрим его описание. Значит, спецудар у него. Вихрь клинков 5 уровня. Бросается в бой, попутно уничтожая все стены. Наносит 1785 единиц урона конечной цели. Он чем-то мне, по-моему, напоминает Гримлока, да? Может, ошибаюсь. Что-то я так давно уже не играл в трансформеров, что забыл уже у какого автобота какой спецудар. Ботик у нас, значит, 49 уровня. Урон 258,7. Общая мощь 1232. Скорость 3,2. Дистанция рукопашный бой. Также стоит у него ядро, оружие. Увеличивает урон умения на 6,5% и здоровье на 4%. О как! И здоровье сразу, и урон увеличивает. Хорошо. Давайте посмотрим. Что он может в бою? Его мы ставим, значит, на переднюю позицию. А сзади также какого-нибудь... Давайте Броула поставим, да, артиллериста, для прикрытия его. Поехали. Честно, вот последнее время я снимаю ролики по трансформеру, и мне как-то даже самому захотелось вновь начать играть. Просто у меня не хватит на все игры, которые я снимаю, времени. Это жестко. Так, давайте зайдем в этот раз справа. Давай, вперед. Так, нужно уничтожить лазер. Давайте мы сделаем как раз таки этим спецприемом. Вот так, вот резко прорывается и убивает. Так. Тут нам нужна поддержка, потому что нас гасят. Нужно загасить теперь мортиру. Хорошо. Так, еще предлагаю гасануть вот эту мортиру. Хорош, молодец. Так, давай там хорош заниматься ерундой. Давайте вступайте в бой уже в центр. Ну а что, мы почти все оружие уничтожили. Нужно вот эту пушечку, да, уничтожить. Блин, радиус пока не позволяет. Эй, ты где там гоняешь? Давайте на пушку его направим. Вот сюда. Успеем ее добить? Конечно. Хача! Красотища! Все. А, тигр. Просто тигр. Красава. Тоже крутой бот. Мне тоже понравился. Вообще, я делаю обзор на десептиконов, да, и для меня это все ново, то есть я же никогда не играл за десептиконов. И для меня это все ново и прикольно, и круто рассмотреть каждого бота. Надеюсь, вам, друзья, тоже это все нравится. Так что, спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайкосик, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был MixGay, впереди много интересного. Всем удачи, всем пока-пока, чао!